Александр Егоров – один из счастливчиков, попавших на курсы совершенно бесплатно. И теперь он дважды в неделю приходит на занятия, где учится читать. Мне нравится больше учиться читать. Я еще ни одну не прочитал из вот этих. А какие бы ты хотел прочитать? Все. Более 60 ребят в возрасте от 5 до 7 лет посещают трехмесячные курсы по освоению грамотного чтения. Это стало возможным благодаря президентскому гранту. Почти 400 тысяч рублей решили потратить на оборудование для обучения. Необходимым условием успешной реализации задач было улучшение материально-технической базы. В связи с этим были приобретены интерактивная панель, цветной принтер, ноутбук, а также буквари. Применение интерактивной технологии в сочетании с традиционными методами обучения положительно повлияло на эффективность обучения. По словам самих преподавателей, дети после курсов начинают читать быстрее и с удовольствием. У них улучшается творческое мышление. Подобные курсы проводятся на базе городской библиотеки уже несколько лет. И спрос на них большой. Александра Котикова, Азат Давлетшин. Время новостей.